Еще вариант крепления мотивары на горизонтальную поверхность. МБШ можно закреплять вот таким вот образом. На горизонтальную поверхность, точно так же притягивая с втяжками ременными. Такое крепление макивары очень нужно и очень хорошо подходит для постановки техник нисходящих ударов. Это такие как удары шуто, тэцуй, ванто сверху, хайто, эмпи вниз, эмпи такой вниз атоши, да? И удары кулаком вниз. Для подготовки тамишивари это лучший вариант вообще. Сразу понятно, что вы бьете именно пробойную технику вниз и пробиваете все насквозь. Но точно так же можно, заниматься и набивкой в этом положении. Почему? Еще раз говорю, что не всегда нужно работать на пробой. Надо работать очень много технику набивки для того, чтобы понять, как правильно встает кулак или другая любая поверхность на мишень. МБШ замечательно подходит и для горизонтального крепления. В этом ее уникальность. Так что работайте. Удачи!